Васа Дашамула Расаяна. Васа Дашамула Расаяна. Помните, Наталья, я вам только что говорил, что Дашамула при всех проблемах капхи особенно, то есть слизь в легких, мокрота, одышка, все хронические расстройства легких, включая там бронхит курильщика, респираторные аллергозы, хронические пневмонии, там, бронхиальная астма, обструктивный бронхит. Это не просто Дашамула Расаяна, а еще добавлен и выделена васа. Васа, помните, это горькая трава, которая входит в панчатикту, формулу 5 основных горьких трав. Это только подчеркивает силу этого препарата. Горький вкус очень хорошо уменьшает капху.